Это Андрей, ему 28. В один момент он понял, что время летит очень быстро, и его детская мечта иметь хорошее спортивное тело так и остается мечтой. И он решил действовать. Его канал для тех, кто хочет изменить себя и не потерять свое драгоценное время. Подпишись, если имеешь такую же цель по жизни. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Я нахожусь в Таллине, это Артур. Сегодня мы будем снимать крутые видосы, они будут выходить постепенно на моем канале, поэтому подписывайтесь на канал обязательно, чтобы не пропустить. С Артуриком мы сейчас будем подтягиваться, попробуем взять мастера спорта, либо КМС по подтягиваниям, а также по отжиманиям на брусьях с 24 килограммами. Будет жестко, ребят, давайте приступим. Друзья, Артуру нужно сделать 18 подтягиваний, потому что он весит 75 килограмм. Мне нужно сделать 16 подтягиваний, потому что я вешу 69 там с копейками, если без одежды. Вот, а в отжиманиях на брусьях мне нужно сделать 26 повторений с дополнительным весом, Артуру 28. Ребят, 24 килограмма, мы ничего не врем, поэтому давайте начнем. Ну что, ребят, начинает Артур. Я сделал мастера спорта, ему нужно 18 повторений. Если он сделает, то будет красавчик. Ну что, Артур, людям интересно будет узнать твой вес, рост, возраст. Расскажи. Вес ему. У меня 75 килограмм, возраст 27 лет и 1,78 м где-то. Ага. И сколько ты примерно занимаешься уже спортом? Занимаюсь где-то 5 лет. 5 лет примерно. И чем? Какое направление именно? Воркаут, стритлифтинг, бодибилдинг? Стритлифтинг. Вот такие вот дела, ребят. Ну что, друзья, теперь брусья. Тут они высокие у них, капец какие. Придется помогать, чтобы запрыгнуть. Мне нужно, повторяю, сделать 26 повторений. Нормально? Да. Yeah. I take a cold hard look at the world now. Hold my hand out, got a plan now. I'ma help be the change cause I can now. Here I stand now, take my hand now. No pain, no gain, no shame. Work hard, play hard, okay. I think I get it now, don't wanna let him down. I'ma take the ground and speak my mind out loud. Here I go, proud of my notes. Teach him what I wrote, teach him all the hope. Keep him on the road to the dream. All I need is a team, build your own self-esteem. You can do anything, prove everything. Say what you mean and believe in your dream. Find that thing that you love, that you really wanna be. And don't give up till you give it absolutely everything. Хорош, хорош. Пробуй, все, да. Ну что, друзья, на брусьях я даже КМС не взял. Мне до КМС не хватило 6 повторений. Жестко вообще. Брусья не идут. Давай, поехали. Ну, по технике четенько, да? Давай, держи темп. Не останавливайся. Давай, хорошо идет. Еще, давай. Не останавливайся, пошел. Артурику не хватило 4 повторений до КМС, но сделал на 2 повторения
больше меня, поэтому молодец. Ну что, друзья, лютый тип пришел на брусьях, сейчас посмотрим, сколько он сделает. Давай, Серега. In your own head, all these thoughts you're confronting. We've all been there when you feel like you're nothing. Shut that shit down, push those thoughts and just trust me. Давай, машина. Давай, 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 не останавливайся, хорош темп. Давай. Давай, дави, Серега, дави. Дави, дави, дави. Давай еще десятку. Давай еще. До последнего, жми. Давай, давай. Yeah, 32. Просто пацан с улицы пришел, 32 раза сделал. 70 умножить на 11,3 разделить на 24. 33 надо. Блин, тебе одного до мастера. Ты че, я же сказал, даже не один еще. Там чуть-чуть не хватило. Ему не хватило одного до мастера спорта. Это жесть. Он тоже 70 килограмм весит, как я. Но результат крутой очень. Да, да. Красавчик. Итак, друзья, если судить по КМС и мастеру спорта, то я выиграл Артура. Если судить по повторениям, да, то я выиграл его в подтягиваниях. Он выиграл меня на 4 повторения в отжиманиях на брусьях. Поэтому я считаю неплохие результаты. Пишите в комментариях, как вы считаете тоже. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на нас с Артуриком. У тебя Инстаграм есть? Есть. Есть Инстаграм, будет в описании ссылочка. Увидимся в следующем выпуске. Пока!